благослови, душа моя, Господа, вся внутренность моя, святое имя Его. Приветствую вас, церковь. Хочу сказать пару слов о себе. Меня зовут Роман, я действующий миссионер от Церкви Слова Жизни в городе Котовск. 2 года, как я здесь, вместе с женой, здесь у меня родилась дочь, и мы здесь вместе с семьей служим Господу Иисусу Христу. И где бы мы ни были, мы всегда рады там быть, и всегда нас окружают замечательные люди, в каком бы городе мы ни оказались. Также не стало исключением и этот город Котовск. И также хочу ободрить тех, которые имеют в сердце желание служить на миссии, но боятся. Делайте этот шаг. Знаете, Господь всегда поддержит вас, Он никогда вас не оставит. И это есть центр воли Божией. И если вы будете на миссии, то можете не сомневаться, что вы в центре Божьей воли, и вы всегда этим угождаете Ему. Я благословляю вас и желаю вам, чтобы вы сделали этот шаг вверх. Недуги твои избавляет Он, от могилы жизнь твою и венчает тебя милостью. Благослови, душа моя, Господа, вся внутренность моя, святое имя Его. Благослови, душа моя, Господа, не забывай.